хрена люди ходят на работу? Чтобы зарабатывать на кусок хлеба? Да они просто рабы 21 века! И при этом боятся смотреть по сторонам, словно беговые лошади в шорах. Стали бы люди что-то менять, если бы узнали о новых возможностях заработка? Да черта с два! Они не верят, что сами могут чего-то добиться! Поэтому наше предложение только для адекватных людей, готовых выйти за пределы своего страшного опыта. Что вы знаете о криптовалюте? Если вы до сих пор ей не пользуетесь, то ни хрена вы не знаете! Поспорим? Если бы вы были уверены, что ее ценность постоянно растет, спрос постоянно увеличивается, она не подвержена инфляции и является надежной инвестицией, вы бы покупали ее? Я обращаюсь к нормальным людям.